Для разных задач мне нужны заготовки картинок, некий пул картинок. Да? Значит, что меня смущает в этом рисунке? Меня полностью устраивает цвет фона, меня устраивают вырезки. Да? Значит, есть вот эти заливки, все отлично, но мне нужен воздух. То есть вот здесь, когда у нас остается 2 сантиметра до края, а тут 5 миллиметров, а тут 1 миллиметр. Это не есть красиво, и в общем-то в этом нет необходимости. Вот, значит, то есть я бы, например, оставил бы здесь вот, ну, в общем, в 6 раз больше с каждой стороны. Вот, это как один из вариантов. То есть такой вариант, когда вплотную, я бы не рассматривал вообще, в нем нет необходимости. Нам не надо теснить. Вот, значит, смотрим. 640, 390, 640, 390, 640. Так, значит, создаем новый, допустим. К тому 640 совсем уж небольшой. Сейчас скрыть, сделаем его, допустим, размер изображения. Ну, не знаю, там 2000. Двести, 2000, 1200. Так, тысяча двести, разрешение 1200 пусть будет. Окей, создать, создали. Так, белый фон. Фон нам к чему-то перенесли. Так, вот наш крупный слоник. Ну вот уже, например, даже просто вот так, и то уже гораздо интереснее, чтобы слева, это в общем как бы режим зума, да, режим зума, то есть, да, значит, делаем нашу. Это желтый мною выбранный цвет меня полностью устраивает. Полностью устраивает. Ну. Так. Где у нас заливка? Так, ладно, значит. Слоник. И отгрызаем те части, которые не нужны. Так. Так, вроде все. Вот, значит, выделение. Вот. Весь слоник готов. Фоновый цвет. Мы звук делать заливку. Так. Это не пластик. Ну, градиент меня не устраивает. Мне нужен просто тупо. Тупо. Не знаю, поставлю квадрат. Прямоугольник. Фоном поставлю. Заливка. Ну, где твоя заливка? Так, есть. Хорошо, значит. То есть вот этот вариант вплотную, ничего не надо теснить, у нас более чем много места. Так, сохранить как? Так, изображение. Ну вот как один из вариантов, это вот такой вот ползум. Так, то есть мне из каждой картинки надо получить много картинок. Какая-то там нужна, то есть применение
Заранее даже приготовить всего немного. Ну, 2000-1200, то есть хорошего качества. 600 килобайт, все четко, без размазни. Так. Пусть будет так. 0,1. Так, дальше поехали. Этот можно оставить, чтобы не каждый раз не изобретать велосипед. Дубликат слоя. Так, смотрим. Этот мы закрываем. Значит, один из вариантов я бы сделал именно половинку. Половинку, чтобы, ну, и возможно даже уменьшить его. Уменьшить. То есть одно дело, когда он почти влезает, а тут наоборот он намеренно не влезает. Намеренно. И это уже другая история. Вот. Например. Именно, пожалуй, с этой стороны. Ну, как-то так, например. Так, смотрим дальше. Ну, допустим, какой-нибудь сделаем суперзум. Чтобы прям крупненький у нас получился. Ну, например, так. Играться, но то есть не теснить, а если зумить, так зумить по-разному. Вот. Дальше создаем дубликат слоя. Ну что с тобой еще можно сделать, чтобы было видны разные атрибуты, например, да? Ну, прекрасно. То есть эти картинки можно эксплуатировать еще в десятки раз. Они прекрасны. Они построены на основе скульптуры, архитектуры, храмовых барельефов. Так, ну, уж отъезжать. Ctrl-. Угу. Так. Дублируем. Ну и можно делать один, который действительно как бы именно влезает, ну, оставляет достаточно места вокруг. То есть мы его не ущемляем. Да? Вот. Нет, не сохранится. Сохранить не можем, а вот экспортировать. Вот что мне нужно с каждой картинкой. С каждой картинкой. Обыграть. 0,5. Вот. Стало ли понятнее? Не знаю, но как-то так. Спасибо.